Я планировал в КД прийти часам к 9 хотя бы, такими темпами к 11 получится. А чё тут, откуда появился энерджи? На нахуй попался, пацан. Мы его нахуй посадим, его 6 звезд за нападение. Да, вот сейчас за. Да. Алло! Алле! 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 Пинги! Пинги, блядь! Что за пинги? Чего он отыгрывает? Дай ему розыск, это он сейчас перепрошел. Да пусть их наручники на руки почему застегнул. Я не хочу нахуй тут лаунж, типа, сука, скачу. Есть на пешеходы. Так штраф очень большой, кстати, если не ошибаюсь. Парковка. Машина ПДД. Ну вот, 3-4 наезд на пешехода, уголовная статья, лишение прав, штраф в размере 40. Ну, 40 косарей, лишение прав, и посадить его еще нафиг надо. В смысле, это в УК? Это АК. Нарушение ПДД, пункт 3-4. Наезд на пешехода, уголовная статья, лишение прав, штраф в размере 40 тысяч. Блять, а где это такое? Я это не нашел, кстати, в этом. Это 3-3 пункт. А, 3-3, в зависимости от тяжести нарушений, но там нет, чтобы лицензии и так далее забрать. Ну вот лишение прав. Да, и уголовное, я помню. Сколько с меня? В смысле, с тебя, блядь. С тебя КПЗ, парень. Тебя, говоришь, что с меня? С тебя нихера. Ну... А в уголовном кодексе 3.3, вот наезд на пешеходов в зависимости от тяжести нарушения, уровень розыска от 1 до 3. А вы где, а, блять, а по поводу имени? Выписываешь ему 3.3, выписываешь штраф, АК 3.3, и лишение прав, штраф и в КПЗ его. АК 3.3 нету такого, алло, вы где смотрите? Есть, я вот смотрю на форуме. Административный кодекс 3.3. Мин создавал, сейчас, за подожди. Нарушение скорости, алло, штраф в размере. Наезд на пешеход. Вот, важно, закрывает. Феникс, мануал 3-4, департамента юстиции, факью. Ну, вот это вот. Мануал департамента создавал младший администратор Чарлис Норе. Вот. Административный кодекс. Пункт. Куда? 3, это запихивать. 3, сейчас. Хочешь, я тебе ссылку за скину? Не надо, я уже не... Это сам админ составлял. Лишений прав тут нету, кстати. Сейчас я тебе скрин скину.
Но если пешеход был... А, лишение прав, штраф разбит, да, все нормально. Вижу. Ну вот. И звезды ему кидаешь тоже по статье 3.3. От 1 до 3. Дай бог он не оплатит. Он оплатит. Бам-бам-бам. Момент истины нахер. Сука, если это дерьмо не запустит, я вообще сам поиграть не буду. Чел, ты можешь никто выключить. Может мне это забежать за угол до перез. Просто перезайди, Дима. О, так быстрее, мне кажется. Главное, чтоб Шинкс не это, блять, не офнулся. Потому что он у него такой, у него либо крашнет, либо еще что-нибудь. Что-то... Вау, магия. Сейчас магия будет, когда ты на крузере приедешь, вот эта магия. А что у нас двери с первого раза не открываются? О, патроны у мальчика есть. Может, ему наркоту подбросим? Не, что такое, что ли? Я так не делаю. Да, у меня, кстати, матов тоже хватает. Мне это все надо давать, кстати. А почему я скачал сборку какого-то ютубера, которого 100 тысяч подписчиков, а мне антивирус пишет, что там троян? Блять, значит там троян. Вообще пофиг, поставь просто себе это. Вход через почту и забудь про всё. А это вы при чём? А так мы при чём? Охуенно, то есть написано. По критической опасности нажимаю действие, написано разрешить вместо того, чтобы удалить. Охуенно.
поставь ее на капот тогда. И иди, сейчас я тебе дам команду проверить авто. И ты даже скажешь. Шинкс, подумай в своей отыгровке, может ты что-то хочешь исправить или так хочешь ставить? Поставь коробку на капот. Может ставит коробку на капот? А вот я тебе хотел сказать, кстати. Перчатки надень, куда ты полетел, блядь? Так они у меня в кармане. В поясе они у тебя, лекции не слушал. Ты видел, что Шинкс написал? Перкачки. Перкачки на поясе. Прикольно. Пойдет. Откатывай. Откатывай. Опять? Если перчатки на поясе не должны быть, не отыгрывай ничего. То есть просто через миз снимает перчатки с пояса, после чего одевает их? А? Достает перчатки из пояса, после чего одевает их на руки. Джеймс, я не могу открыть. Правильно, должен дырик открыть. На нем наручники, как он. Ну, на нем наручники, вот.
должен, блять, не багажник, а салон. Так ты сказал багажник. Блять, ладно, блять, сейчас я подниму. Ебать, не понял, нахуй. Чё, блядь? Тебя поверил, малой, блядь. Ну, блядь, откроешь чё, блядь? Джеймс, а можно этот Ян багажника обсмотреть? Нельзя, вот он пускай учится. Пускай кстати, учится. Кстати, да, багажник первого как-то открывает, у меня тоже типа нахрен ни хера не открывается. У меня, блядь, что-то открывается, все, ебать. А у меня тоже. Открой багажник по РП, там, я не знаю, ломом, хуём, блядь. Просто на кнопку нажми и так далее. На кнопку нажми, открою, все нормально сделал. Фонарем там пройдись, там посмотри, что там есть, что нет. Меня задолбал этот черт.
Ты посмотрел, обыскал? Да, 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 там через, ну, не... там ничего нету, типа, ну, типа, ничего нету, ну, такого. Там М-ка должна быть, алло. Что там? М-ка должна быть. А? Нету там М-ки. Блять, вернись и посмотри М-ку. Просто, типа, нащупай... Сейчас я у него спрошу, где лежит, он мне ответит. Я тебе скажу, где ты такая отыграешь. Ян! А, блять, у нас коробка, да. Кстати, на капоте, так что не едет. Ни вперед, ни назад не едет. Так давай я его в багажник закину. Нет, сейчас Шинк заберет этот, М-ку. Можно ему еще канистры забрать? Под ковром в багажнике. Под ковром в багажник. Подъедь, Ян, аккуратно к Шинксу, я хочу посмотреть на его отыгровки. У нас же это, коробка на капоте. Аккуратно, подъедь, не свалится. В ней лежат патроны, блядь, и навряд ли куда-то полетит. Просто хочу посмотреть, как отыгрываешь Шинк. Блин. Мне кажется, этот Рико бы давно отсидел. Да, кстати. Так у него еще и звезды пропали, чтобы ты понимал сейчас при Payday. Вот что прикол. Сейчас 5 звезд. Ну да, 5-й рост. А, у него даже не 5-й, понял? У него даже 4-й покуда. А, так у него второй. Джеймс, я правильно отыграл, что нашел М4-1? Второй, да, нет, М4 просто. Какие Ну, нащупают, ну, хоть так. Я, типа, вам покажу, как надо, обыскивайте типа, потом. Покатайтесь со мной в патруле несколько этих раз, и поймете сами, как это делается. У меня отыгровки тут есть, наверное. О, Джефф Харрис, здравствуйте. Все быстро делай, бери М-ку, оставляй эту машину здесь и клади М-ку в багажник к нам, машину, и коробку тоже забирай. А, Ян, возьми коробку и положи ее в багажник, закрой и положи в багажник. Ой, блядь, ой, нихера себе я вышел. Тихо. Блять, понял. Сука, тупые, блять, мразь. Я положил одного с нуля хп. Вендетта Вута нахуй задерживайте, я им А, блять, понял. Сука, вот шм... Блин, никто не даст РП-процесс закончить, мразь тупая, блядь, не Вуд, сука. Еще какой у него айди у этого еблана был у второго, нахуй. Леня, блядь. У второго хирург. Ты дурак! Что? Ты чё его не сковал? А ты чё его не сковал? Ты по нему гасанул, стоит, ждет. Я по нему тоже гасанул, а ты чё стоишь, ждёшь? На, Рико Петрович ехал от Ильича. Просто все под жопу. Блять, вот мрази нахуй. Блять, какой ник у другого был оленя? У меня вообще Децл остался. Я не знаю, у меня начали гасить. Я у чувака всю броню снял и хп все. В меня сейчас плюнуть, я умру.